В августе этого года в рамках проекта по обмену открытками со всего мира была отправлена 25-миллионная почтовая карточка. Среди них могут быть и открытки с чувашской тематикой. Их недавно выпустил республиканский филиал Почты России по просьбе местных посткроссеров. Серию решили продолжить. Вскоре появятся открытки на спортивную тему. Их напечатают к форуму «Россия – спортивная держава». Встреча космонавта Андрияна Николаева на малой родине, первый троллейбус в городе Чебоксары, девушка в национальной одежде. Все это изображено на открытках, посвященных юбилеям Чуваши и ее столицы. Жители и гости республики уже оценили нововведение, поэтому идею Министерства информационной политики о выпуске открыток к спортивному форуму Почта России поддержала и объявила конкурс на лучший эскиз. Конкурсантов не ограничивали. Главное, чтобы рисунок подходил по формату. Чтобы любому человеку было, во-первых, приятно эту открытку в руки взять, приятно ее отправить по России кому-то близким, чтобы она такая неформальная была, открытая, душевная открытка. И с другой стороны, чтобы вызывала открытка желание заниматься спортом, физической культурой. Уже завтра конкурсная комиссия отберет лучшие рисунки, затем их отредактируют, разместят логотипы форума и отдадут в печать. Почтовые открытки можно будет купить в отделениях почты и на площадках форума. А 9 октября, в день открытия спортивного мероприятия, на открытки и письма, отправляемые из города Чебоксары, поставят оттиск с символикой форума. Праздничный штемпель будет действителен лишь один день.